О, рожа сивушная. Звезда мировой величины. Тебе, блядь, только на рынке людей наебывают. Сейчас мы ему голову чикнем, а потом взвешиваем живого. Опасно это дело. О, мышь все знает уже, видишь? Че, Антоха, сегодня у нас будет... Короче, как назови, короче. Эдуард говорит, что это шулюм. Короче, тушеное мясо с овощами. Как это не назови, Леха? Да. Леха, ты в курсе, что беда случилась? А люди-то не знают, что у нас беда случилась. Булка умерла. Не, баня упала. И булка умерла. Два горя снова. Да. Ну, у нас тут новости хорошие, чуть позже расскажем. Что за праздник, в честь чего мы готовим. Вода 3-0, короче, с третьей попытки. Бригада приехала. Степаныч и Серега, да? Да. Степаныч и Серега сказали, вода будет. Посмотрим. Фагундос. Леха у нас тут. Забой 2-0 называется. И через 200. До 2 месяцев мы не дотянули, неделю решили их бить. Ну делай. Уделок. Это наш самый большой, да? Рекордный экземпляр этой партии. Я думал, больше будет. Ну, что по 3300, да, что-то такое были. Нормальные вообще. Есть, конечно, уроды. Ну так все норм. А вон еще что-то есть. Новости. Сейчас чуть попозже расскажу. Такие вот дела. Задайте ему вопрос. Антонио Фагундос, вы завершили свою телекарьеру? Вообще-то нет. У меня последние съемки были в твоем последнем выпуске на Ютубе. Я не знаю, как ты заманил такую суперзвезду в развитии сериала, но это шедевр, конечно. Для поднятия контента это вообще... Фагундос, да, он зашел, да? Звезда мировой величины. Вам чашка... Как он сыграл? Как а вам чашка не жмет? Это ваша чашка. Он еще, кстати, повар. Ты в курсе? Он был мясной король в сериале. Он любит мясо. Нет, он специализируется на рожках. Он говорит, что главным порожком был в армии. Ну, по щекам видать, что рожки любят. У нас тут реконструкция была. Сейчас у нас теплее будет, чем в том году. Надеемся, да? Алекс, колеса один бортирует. Надо тебе помочь. Кладбище, автомобиль. Что это? Куда тоже есть новое подъехало. Новое кладбище. Помыть надо. Ёжик, будешь энергетик? А, ёжик, вчера ночью был маленький дождик. Ну, сейчас, поветрим, сейчас пока. С младшим штурвальным ТО будем делать. Старший уже делает, да. А Вася, он же только рулить и все. Рулить да ломать. И все. Сейчас еще надо будет эту как она, на молот почистить. Там всю землю забило, короче. Антох, у тебя что-то шорты со штанами. Ты от Эдуарда одеваешься, да? Или как, у тебя Дольче Габбана? Дырочки возле анального отверстия у тебя. Опасно это дело. Это то, что ты пукаешь много. О, полурусский приехал, он стоит. Полурусский. А, полурусский. Как дела? Лех, ты реально веришь, это поможет? Все равно новый редуктор надо. Расклепываем, да? Что-то убираем. Ну, наверное. Я не знаю, я их не припал. Ты у нас специалист комбайнерный. Я не. Полурусского надо. А где он? Там. Ты шаришь? Вот ты смотри. Ебану в рот. Скрипай нахуй. Ты видал, младший штурвальный, что творит? Учится? Так, а дальше что? Дальше все не проебал.
А, ну это понятно, дальше все не проебать, это понятно. А вот даже дырочка есть выбивать, ты прикинь. Все, вот эту вот хуйню здесь. Да. Сейчас бы болгарочки тесануть бы, нахуй, да? Может в ту сторону надо. А, ну и в эту пошло, нахуй, что-то легко. По пальчику. Все, что ли? Ты видал, что творит, а? Этот Фагундас. Да рук, у него руки крепкие, он же армрестлингом занимается. Почти меня уже борет. Тренировки не даю зря. Он уже на луч 40 на 8 хуярит. Тот знает, тот знает. Да? Пишите в комментариях, хороший результат. 40 на луч. А если он еще вот скандалиста бахнет, он вообще делов наделает. Ага, на резинку ложит и хочет, чтобы это. Может тебе помочь? Все. Не поебали. Ничего не поебали. Поможет это, нет? Нет. Сейчас давай поставим, натянем, заведем. Он там бьет все. Цепи. Ну растянулась. Может цепь дрямкает, а может не цепь. Кисть тренировать. А что ты без пыльца пришел? А, блядь. По чуть-чуть там. Очков по 5, по 6 добавить. У нас идет ТО. Антоху штурвального учим. Да хорош ты. Че ты? А, не лезет? Завоздушил. Дядя Миша накладывал, да? Хорошо наложил. Посмотрит ролик, увидит. Я же вижу, накладывал. Ну, ты вообще специалист. Все, да, полез. Помнишь? Так, Антоха, и кисть накачаешь. Сюда раз здесь. Подновить всю эту систему. Потому что мы 4 шприца, блин, 3 дня назад мне уже херачили. Пока со всех щелей с него не болезнь. Где только видели и не видели. Мышь все знает уже, видишь? Валерка говорит, хуй так, говорит, не работает. Чай, кофе. Нет, чай, кофе не хочу. Я даже блин, 2 штурвальных и так. Куда-то. Это по перебору будет нахуй уже, если уже кофе подносить. Ну что? Кто будет жертвой? Им не хватает 2 недель до 2 месяцев. Жрут они у нас. Глазовский. Вот у нас на Глазовском ребята. Сейчас вечером будем кормить, насыпать. Не надо вот какую-то из них выбрать и вольнуть. Сейчас Фагундас придет. Надо взвешать. Самую большую замочить. Тут такие хорошие экземплярчики уже. И все такие хорошенькие. Алёха, взвешивай. Четыре 400. Может, какой больше есть? Я самого большого взял. На вид, наверное, самый большой, да? Такой же, да? Четыре 400. Ну все, короче, все, понесли мы его это вот. Не-не-не, все. Сейчас мы ему пойдем в голову. Все, держи. Сейчас мы ему, не, весы. Сейчас мы ему голову чикнем, а потом взвешиваем живого. И заодно узнаем отход. Все, вот он экземпляр. Ёшкин кот. Давай Фагундас с пакетов. Что-то как-то неправильно взвешиваешь. У тебя 3,09, не может быть такого. Фагундас, вырубай. Вот, теперь верю 3,400. Тебе, блядь, только на рынке люди и наебывают. Не в свою пользу. Ну, не в свою пользу, да. И сейчас мы ее с картошечкой запекем. И все.
Потом покажем, что будет. А потом уже оценим вкусовые качества. Короче, вот оно. Росли, 50 дней. 4,5 живым. 3,400 мяса. И все, сейчас запекется, и мы вам расскажем, вкусно они или нет. Дегустировать будешь? Фагундо нам нынче тут. А, спец, да? Ты что там, прикалываешь или? Мертвый, помаши ручка. А. Оп. Фагундос придет за это, заценит. На вкус и аромат. Ты что, бухаешь? Все, разрезал. Не успел. Ну давай быстренько сейчас попробуешь, что на вкус, на аромат. Аромат-то огонь. Если нога отвалилась, значит она готова? Готова. Соли маловато. Соли маловато? Ты чё? Это соль на столе. Бразильский соль, повар, блядь. Полный, бразильский да, повар. Да. О, рожа сивушная. Литрочку обняла и сидит. Пьянь. Медведь. Ну как, вкусно? Да, соль мало. Курочка огонь. Растут быстро. Водочку еще не знаем. Да, водочку попробуем позже. Ну позже как, секунд на 15. Позже. Да. Сазу крути, блядь. Все крути, хуйня, блядь. Она достается. Она как шампанское. Постарел, да? Так ему скоро пятый десяток. Шестой, ладно. По 50. Хочешь по 50. Автомобиль грязный, ну. У нас тут 2 дня дождь был. Не помыли. Сейчас покажем. Вот так вот. Red Motors, в общем. Правильный импорт автомобиля. Так что, ребята, обращайтесь. Кому нужна качественная, хорошая, недорогая машина без наебона. А мы сейчас с Лехой заколхозим. Эва, коврик в кузово. Выдерживает, да, тебе багажник? Хорошо. Еще потом туда вот резиночки приклеим, чтобы не брямкала эта вся система. Резину, кальян, лаунж. Пиво, штук. И поехали кататься. Ну, отсюда, значит, надо ровненько как-то его прикинуть. Хуй, да? Надо снимать, потому что какая-то у тебя польза будет, маргарина. Что у тебя ручки болят, блин? Во-во-во, заебись, по-моему. Ты сейчас двинь туда. Как все, постелили ковричек. И все. Резиночки прихуячили. Это что у тебя? Евростеклоподъемник. Это что, за душилка какая-то или что там? И потом плавненько опускаешь, да? Да. Оп. Все, и она вот так держится. Все, понятно. Понял? Или нет? Я в курсе, я видно. Ты видно, да? Ты уже новое стекло примандрячил? Да. Блин, что-то как-то косячно, тут поддувать будет. Резинка нахуй. Поддувать будет. Нормально, сильно жарко, что-то тоже видно. Видно, да? Да. Тут как выхлопные газы сюда хуярят. Не, он тебе не подходит, это полурусский. И скандалист, это одна и то же, он тоже скандалы устраивает. Ссылочка в описании. Это ключик на 12, когда всякие вот... А ты знал, что вот так вот подходишь, так рукой затягиваешь, так щелк, и она открывается. Кого? Крышка у тебя нахуй боковая на комбайне. Не, я не знаю, вот когда вот... Он пальчиками работает, открывает. Уебки всякие ходят, боковинки мне плотно закрывают, там без ключика не открыть, да? Вон, я перед тебе же открывал. Он просто так щелк. Ну ты просто... Ты просто пальчиками... Я твои годы тоже пальчиками хорошо работал. А сейчас уже все. А как гель-то вперед? Коррекция. У нас вчера снег был, сегодня уже нет. Сегодня не убираем выходной.
так вот. До 10 вчера убираю. Такие дела. В общем, как уже говорил, ссылочки на скандалист в описании. Переходим к этажу. Не, ну, вкусно. Вкусно, очень вкусно. Ваня, ты спрашивал, что за скандалист, во. Он даже без сахара, сахар фри. Руками можно будет, да, хуя? Это Лехе надо, Леха, он говорит, чувствует приток сил сразу. Битва за урожай. Еще вот такая вот запчасть здесь. Компания стоит. Угадайте, где находится. Должна в комплекте идти, нахуй. Ну, случилась беда. В том году еще случилось. А нынче продолжилось. Вот он. Масло, короче. С гидравлики покуярил. В том году мы заварили. А нынче оно вот сейчас стоял и вообще охуительно побежал. И короче, о, тут еще мокреет. И, наверное, старая нахуй. Сейчас еще замажу. Обязательно надо детское с чередой. Чтобы заварить. Это же дохуя делов, надо там все разобрать. И тому подобное, вещи сделать. Поэтому вот просто берешь нахуй и замыливаешь. Где все было неровно, сейчас. Все закупает и там доубираться хватит. Просто нахуй. Насувал мыло как надо. Мыло обмыло, сейчас вот так вот. Старый дедовский лайфхак, нахуй. Тут еще бежит. Блять, башку ебнулся. Вот так вот, чик. Оп. Вот рядом с нагнетателем. Ложим запчасть, нахуй. Не запчасть, изолента. Сейчас некуда все это сливать. Заваривать. Ну тут заебись убежал. Десятка. Уебалась. Еще у меня десятка есть залить. В общем, ребятки доедают последний мешочек. Сидят там. Ну, предпоследний. Он сейчас последний доедает и будет бить. Будем бить. Вот, товарищи. Тоже свинячий языка кушают. Как бы это результат невооруженным глазом видать, тут и взвешивать даже. Ну сейчас я даже с ней не знаю, сколько он тут будет. Просто я сейчас еще посмотрю по видюшкам, когда кто родился. И тут вообще самый маленький был. Это вот два братца. Просто это вообще. Конечно, у них тут разница есть. Ну, красавцы. Бункерная кормушечка у них.